Здравствуйте, меня зовут Сыльщик Петр Павлович. Я учусь в морской школе имени Петра Великого. Я собрал модель Галеона. Она упрощенная, но быстроходная. Ее пользовались в 16-17 веках. Ее выбирали и купцы, и пираты. Пираты выбирали, потому что она была быстроходная, маневренная. И там было много пушек, много палубной. И все необходимое для жизни. И только поэтому они выбирали тест туда. И вот он состоит из бака, гальюна, полубака, фок мачты, грот мачты, бизань мачты, кормы, руля, ахтерштевня, киля, форштевня и носа. Мама нам показала мультфильм про пиратов. Я смотрел их много. И там был... Называется он... «Пираты Карибского моря». И там был Джек Воробей-пират. Он всегда сбегал с правосудия, потому что он был хороший, маневренный и быстрый корабль. «Черная жемчужина» назывался. Поэтому его на виселице не вешали никогда. Просто не успевали. И я в книжке про пиратов как раз и прочитал, то что там был один пират по имени Счастливчик Эвери. И он грабил в Красном море. Он очень похож на Джека Воробья. Но их единственное отличие в том, что он ни разу не попал в руки правосудия.